3. 3 это плюс ХП аномалиям вроде, да? Я не знаю, зачем ты ограничитель ставишь. Ведь люди могут хотеть на следующий день дать мне контракты. Лучше ограничитель не ставь вообще, в принципе. Так. Так. Надо где-то... Я не знаю. Какую-то надпись надо то ли на обои поставить, чтобы я никогда не забывал больше про этот поезд сраный. Терпеть его не могу. Так. Поезда. Восклицательный знак. Так, привет, Лайм. 4000, спасибо за донаты. Лол. Так, поезд. Я, наверное, надеюсь, теперь не забуду про него. Я вот сюда поставлю эту надпись. Поезд. Поезд. Все, вроде про поезд теперь я забыть... О, мешается. Не должен. Так, надеюсь, не забуду про поезд теперь. Постараюсь не забыть про поезд, точнее. Сижу в убежище 27 марта, пока аномалии пытаются подавить гибуру. Жестко, жестко. Санлу, спасибо за 2000 очков. 8к уже собрали. Нормально, нормально. Так. Понимаю. Если давишь гибуру убежищем, то надо ждать долго. О, привет, Некрон, привет. 147 очков осталось. Нормально. Нормально. Так, Папсен. Расходимся. Так, ты сюда идешь. Тоже задолбался с поездом. Ну, в принципе, я пару раз уже умер. А, точнее, я даже не знаю. Вот сейчас какой-то баг был. Типа, я поехал поезд. Здесь Санлу умер. Я перезапускаю день. И в начале дня просто все мертвые сразу. В начале дня все умерли. И я просрал всю броню, мне пришлось заново покупать, капец. Кринж момент был сейчас. Таких багов я еще не видел ни разу в лоботомии. Жестко-жестко. Каждый день открываем что-то новое. Еще дольше ждать из-за оркестра, который не дает поставить ускорение. А, да, кстати. Лучше сразу закрыть поезд, чтобы у чего-то не было аргументов выбирать поезд. Ну я-то его закрываю, ладно. А, кстати, вот ноль использования. Обнулились использования поезда почему-то. Удивительно. Так, здесь все есть. Здесь все есть. Не-не-не, я не знаю, что произошло. Просто все умерли. Может быть, это не именно с поездом баг связан. Ну просто... Блин. Ну, короче, какая-то жесть произошла, я не знаю. Такс. Сразу. Ой. Короче, сразу что делаем?
собираем всех сразу. Так, сюда мы повезем для начала Лесли. Да, кстати, поезд надоедает, потому что не уследил, и все ГГ. Да-да-да. Согласен, согласен. Вы когда-нибудь подавляли БН поездом? В принципе, если подумать, это возможно. Поезд говна, кто его выбрал? Я хз, там... Когда он был, вообще все за него проголосовали, там 60% голосов за поезд было. Ну я и что? Ну я точно не за не голосовал, ну его нафиг. Правильно, правильно. Так. Теперь сюда идет... Кто? Ну пусть Дарсенс выступит, наверное. У него 0.6 к белому. Кстати, в больничку ходил, дома сижу, заболел, сегодня тест на ковид сдавал. Жесть. Надеюсь, все нормально. Главный вопрос, когда ты меня будешь качать? Ладно, после этого дня я тебя прокачаю на 4 уровень. Ну, это лоб-поинтами. Так, теперь мне надо сюда завести Венд Ноу, потому что он очень долго выступает. Мне говорили, что у него фиксированное время, но я все-таки хочу, чтобы он выступал. Да не жесть, главное, за место пар сижу играю. Ну, а у вас типа можно так? Типа просто не приходишь и все? У нас бы типа куча конспектов надо было писать, во-первых. Потом справки приносить, это понятное дело, ладно. Так, где? О. Все. Короче, одна морока, лучше не болеть вообще, если учишься в нашей шабаге. Ну там придется долги сдать, но только по практическим и все. О, кстати, вот насчет долгов. Нам еще вот типа, если не пришел, бац, все. Автоматов не будет. Так что... Рискованно. Так, где она будет сейчас? О, изи-изи, погнали. Давайте заводим, заходим, ребяточки. Так, а если она будет у входа стоять, это будет не очень комфортно, господи. На стак автоматов нет, так что мне помеди. Как-то давно корпорация жила в мире, но все изменилось, когда поезд развязал войну, кстати. Так. Только чат победитель всех выборов мог остановить захватчика, но когда стример нуждался в нем больше всего, он исчез, по факту. Так, все, давайте заходим. О, кстати, ты же белым атакуешь, тебе не надо. Можешь идти. Отходим. Да ёппарас это. Сейчас долбанет же. Давайте вот так бить. Пошла заруба. Сейчас бы пейл урон. Согласен. Сейчас бы пейл урон. Пофиг всем. Так, кто-то белым стреляет, но... Чё поделать. А, кто-то по кому-то попали. Не повезло. Так, отлично. Всем пофиг. Ой.
Не успеют увернуться. Ну ладно, ничего. Это вроде не массовая атака, вроде только по одному попадает. Все изи получается, да? Она же не успеет возвращать. Все изи. Так, первая есть. Осталось. Да ну нафиг. Это не считается за усмирение. Сейчас бы Пейлорун, сейчас бы поезд проехался по всем, было бы весело. Короче, ладно. Видимо, это не считается. Надо, чтобы она сбежала без работы. Тогда мы подождем перегрев, и когда и на перегреве уже выпустим ее. Ладно, ладно. Я понял вас, я понял. Хорошо, тогда просто работаем спокойно. Так, Димон у нас ходил вроде вот сюда. Димон. Так, сюда ходил Дарсен на привязанность. Сюда кто-нибудь может сходить, в принципе. Может, Нероинг. Что-то кто самый базовый из сотрудников. База. Базовый. Так, давай на инстинкт сходишь. Так, ты кто? А, это ты? Давай. Сюда. Заказать просто контрактов или копить на испытания, чтобы было 9 контрактов. Сложно. Кстати, прошлое испытание на 9 контрактов я не... О, отлично, 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 отлично. Первый же перегрев попал туда, куда нужно. Разве не лучше сохранить эту плюху на поздние этапы, чтобы было веселее? Чтобы было перезапуск. В прошлый раз, когда мне это попалось, даже на 11 дне мне пришлось перезапускать игру, к сожалению. Но сейчас, я думаю, у меня побольше шансов мне перезапускать игру. Что так плохо работаешь? Так, давайте, ребята, собираемся все в одном месте. Давайте домой, 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 домой. Сейчас будет побег. А где Альф? Сейчас поезд приедет. А что он тут делает? Что за кринж? Ладно, сейчас поезд приедет, мы должны уклониться от него, погнали. Так, она вон там. Так, поезд. 30 секунд еще норм. Он не успеет добежать, скорее всего. Что он там вообще делал? А, он работал, наверное. Так, ну давайте тогда. Ой, беги отсюда. Зайдешь? Успел? Хорош, молодец, успел. Ладно. Раз успел, значит хорош. Опа, что происходит? Ребята, давайте вот сюда все выйдем. Заходи сюда, падла. Отлично. Так. Да успел бы, мне кажется. Да, успел бы, кстати. 9 контрактов на подавление арбитра. Но это был бы жесткий момент. Жесткая заруба была бы. Так, давайте все сюда.
Так, подожди, он массовку кидает? В смысле, ту самую атаку? Нет, обычно. Стой, не подходи. Бегите, бегите, бегите. Так, отойдем чуть подальше. Стреляем. Стоп, он успел ударить? Я не успел уклониться, да? Она, точнее. Я просто... Так, стоп, надо вот так вот. Так, ну если это не будет считаться, это будет реальный кринж. О, давайте, давайте, бегите, бегите. Нормально. Задоджили. Ой, стой. Так, чат, мне очки за просмотр не дают. Знает только, как решить проблему. Обновление страниц не помогает. Так ты, мне кажется, ты просто пропустил прошлый стрим, поэтому не дадут. Если ты про это, если ты конкретно про эти очки, которые типа за непрерывный просмотр. Так, скоро конец, конец песенки, так что надо быстрее заканчивать. Нет! Мы не успели. Трагедия. Я про 5 минут просмотра. А, ну хз. Короче, ладно, в этот день невозможно это сделать. Будем делать это в следующий день, когда не будет 120 хп у аномалии, и тогда будет нормально. Тогда сможем. Так что этот день просто завершаем спокойно. Так, все возвращаются, кроме тебя. Кроме тебя. Так. А где у нас эта штука? Вот она. На что он ходил, я не помню. Может, на подавление его сводить? Это же... О, боже мой, я не ту одежду дал ананасику. Ладно, придется ананасику поработать вот с этой штукой сейчас. Хотя нет. Самое время, значит, чтобы каждый день выпадало плюс 120 хп у аномалий. Дима! Послезавтра стрим почему? Потохи, наверное, хз. Я еще не дома, блин. О, Дима, не повезло тебе. Ну ладно. Соболезную. Так, все вроде идут на место, да? У всех все хорошо. Так, Дима. Желаю удачи, буду не скоро. Ё-моё. Тоха? Да, Тоха. А где Дима? Вот он. Плюс 5. Давайте тогда покачаем что-нибудь здесь на инстинкте, не знаю. Что можно покачать? Ой, точно, вот, вот, я понял. Какая часть? Шестая пока что. Как пройду шестую, типа без этих, без ревайвов, тогда можно будет дальше пойти. Чё с мышкой? Плохо, плохо. Сегодня стрим до скольки? Не знаю.
Надо будет подумать. Возможно, до 8 по МСК. Возможно, ну вряд ли мне хватит сил и менталочки, чтобы досидеть. Кого бы сюда отправить? Только начинаешь погружаться в боль? Ну... Ой. Ну, можно и так сказать. Стоп. Я надеюсь, что она не будет... А, не, все нормально, погоди. Ну, с вами все нормально будет. Дарирола? О, сомнение. Возможно, Дарирола. Так что происходит? Так. Зеленый рассвет. Что-то плохо. Ну, хотя, в принципе, чего ожидать. Так, стоп, ты. Тебе нормально там? Не очень нормально, давай-ка сюда иди. Такс. Тебе, в принципе, нормально, ты точно выдержишь 100%. Что происходит? Так, все, один остался. Эх, вот бы фиолетовую полночь, блин. Ты прав, ты прав. Вот бы фиолетовую полночь. Тебе не хватает понимания немного. Я вчера его встретил, мне не понравилось. Грустно, грустно. Грустно. Кого я сюда отправлял, не помню. Тебя? Что-то кто-то плохо отработал. Это ты? Так. Дроинг. А где? А, вот. Будешь еще раз, ничего страшного. Стоп. Ноль восемь. Нормально пойдет. Чего у него со скоростью? Нормально, что он настолько быстро бегает? Возможно, даже нормально. Так, сюда надо сходить кому-то. Давай, ты сходишь. Ты сходишь. Кстати, странно, что белая полночь такая изичная. О боже. Белая полночь изичная, да, согласен, кстати, реально. А, нормально. Так, сюда еще раз надо сходить. Что за кринж? Он сейчас сбежит, падла. Ну ладно, ничего страшного. Опа, стоп. Так, это мы не трогаем. Я не видел белую полночь. Белая полночь может заспавниться только на 45-48 дне. Ой, 49-м. Что это было?
А, у него выдержка первая. Он же не умрет? Робкий. Он не умрет. Его надо как-нибудь сейчас немного быстренько прям вывести из паники. А у нас очень мало белого урона на самом деле по всему комплексу. А Кирилл же вверху живет, да, он сможет успеть добежать. А, так он... Он атакующий. Пофиг. Аномалия сбежала, пофиг. Ты здоров, поздравляем. Такс. Надо вот этого подавить, чувачка, и все, завершать день сразу. По канону глава сильнее арбитров, как тебе несколько раз. Интересно посмотреть на реализацию сил когда-нибудь. Да блин, ну в Лимбусе его точно не будет, я уверен. Хотя если он будет в Лимбусе, это будет... Ну хз, хз. Было бы забавно, если бы он был в Лимбусе, но мне кажется, его не может быть там. Так что... До главы еще жить дожить. О, ты что здесь делаешь? Подавим. Почему он такой быстрый? Это нормально вообще? Глава в Лимбусе? О, да ну нафиг. No way. Отлично. Все, завершаем денек. Повышен один. А, это без выбора день? Точно, точно. Тогда пофиг. Создай рандомного меня, мне лень анкету сделать. Заплати дань. В виде 18 очков. Так. Короче, давайте. 30-я выпала. Нормально. Так, а что, вот это у нас, да? 30-я. А 30-я у нас-то что? Ой. 30-я у нас это 70% энергии надо. Больше на 70% энергии. Нормально. Кринж момент получается. Ладно, давайте нормально работать тогда. Вообще пофиг, просто четвертый перегрев ждем на этом. На этой штучке. Это падла такая тварь, так и запишем. Да-да-да. Так. Что я хотел сделать? Стоп. А, точно, все, вспомнил. Так, давай, иди сюда. Бонусы у Чипмуна пропали, а пост ломан остался. Что? В смысле? Не понял. Не может быть. Да? Почему? Что за кринж момент? Так, ладно, надо более внимательно следить за птичкой. Я забыл, что она может убивать людей, которые могут убивать ее. Так что да. Надо будет не забывать потом об этом. От Криса слышал это, что апостолам остаются даже после перезапуска.
Да, я заметил. Я же вижу, что он апостол. Типа, он не может сходить к ней на работу. Бонусы-то пропали. Ну и дерьмо. Ну ладно. Печалька. А, вот сюда можно еще сходить, точно. Даже после перезапуска на первый день. Ну это реально жестко. Жестко. Так подожди, если на первый день, то чипмуна не будет, мы его заново создадим. Бен, та самая тварь, которому нужны те, кого тебе не жалко. Который... Подожди. Ну ладно. Не совсем понял. Не понял, а чё он так сильно дамажится? Ну ладно, без разницы, у нас есть хилка. Создашь чипмуну, сразу апостол. Прописано в нике уже. В нике? Плохо отработал. Хорошо отработал. Так, ждем. Ждем максимального уровня. Лучше сразу подойди поближе к этой двери. Подойди поближе, сказал. Ну ты... Погнали. Хоба, подхилили всех. Это имба. Правда, это очень долго. Я бы не хотелось бы так делать каждый раз. Он, кстати, не полностью отхилился. У него вот 19 всего лишь. 128. Я хочу быть апостолом. Пока что тебе не судьба быть апостолом, сорямба. Так, 90 собрали. Это пока что еще слишком мало. Надо больше. Надо больше, надо больше. Тридцать секунд до поезда на четвертой лампочке, не переживай, что сразу подойдет. Ну, не знаю, просто он меня пугает. Когда четыре лампочки горит, это паника сразу. Типа, такое дело. А что он ходил на понимание? 41 собрали всего лишь. Привыкай. Привыкай. Звучит грустно. А, ну вообще тогда пусть он сидит здесь, прямо он отсюда быстрее дойдет, чем вот с этой части, например. Так, сюда кто пойдет? Ты пойдешь. Сюда, здесь все и так нормально. У тебя поезд даже еще раньше появился, чем у меня. Не, вообще-то здесь хорошо поезду. Здесь он прямо около лифта... А. Я забыл, что у меня есть чумной доктор. Ну, в любом случае. Удобнее, когда он рядом с лифтом может появиться. Типа, если он где-нибудь внизу появился бы, то там до него бежать, не знаю. В коридоре бы пришлось стоять кому-то. Спасибо, что так рано начал стрим, с кайфом скипнул первую половину. Да это далеко не половина еще. Чипмун, доброе утро. Доброе утро. Рассвет оранжевый. Пофиг. Так, давай зайдешь сюда, поработаешь. Делай БН и играй БН плюс поезд. Норм. А знаешь что? Если выйдет вот это, то типа БН это руина полная. Если у меня есть БН и выпадает та штука, то я руиню день сразу. Так что слишком рискованно так рано делать БН вообще в принципе. Скоро. Руина — это лучшая игра, я ее обожаю просто. Каждый день бы играл. Хотя, в принципе, я так и делаю. По идее. Ты сможешь.
А, мы не подхилились, стоп. А вот теперь подхилились, отлично. Как же круто быть апостолом и умирать каждый раз, когда умирать. Плюс 19. Куда еще можно ходить? Ну, в принципе, нормально, растет-то быстро вроде эта энергия. Червячки мне сейчас помешают, возможно, немного. Всегда хочу начать где-то в 2, но что-то идет не так, и начинаю в 4-5. Жестко, жестко. Я вот сегодня начал в 2 по своему времени. Вот так вот. Кто сюда ходил, я забыл. Лесли. Я дойду, надо в магазин за яйцами сгонять. Удачи, удачи. Игру в теории можно проходить на 11 сотрудниках. Если честно, не думаю. Потому что, типа, смотри, перегревы начинаются. Начинается перегрев, допустим. Я в каждом департаменте, не знаю, там по 2-3. А, ну хотя если... Подожди. В теории возможно, да, кстати, в теории возможно. Да, возможно. После перезапуска надо обновить запасы. Это ты про яйца? Давай, давай. Кстати, издалека вот эта штука кажется кругом, но на самом деле это квадрат. Сюда. Сюда. Хорошо, мы собрали треть. Так, птичка улетает. Не дай бог, она придет сюда или сюда. Это будет кринж. Это просто коллаб Project Moon с Майнкрафтом. Что нового в комплексе, кроме БН и поезда? Это крестик просто. Крест. Только очень толстый крест. Очень толстый крест. Да вроде ничего нового. БН... В принципе, пока что не БН, поезд пока что не поезд. Это пиксельный круг. Реально, кстати. Хоба. Кто-то уже мертв. Кому-то еще только предстоит умереть. Возвращайся на место. Так, давай там тоже подавим быстренько. Изи. Все, остальные неважно пока что, пусть. Пусть поживут пока что. Разрешаю. О, это что такое? Это то, о чем я подумал? Да, это оно. О, 4. Так, изи, все подхилились. Снова работаем. В честь появления поезда предлагаю сделать звук поезда. А, да, ты, кстати, это предлагал вроде уже, или не ты. Я как бы собираюсь много каких алертов сделать. Мне уже много чего предлагали, но мне как-то вообще постоянно некогда. Надо какой-нибудь день выбрать и в этот день сделать все сразу. Пока что вот мне как-то некогда, капец. Так, он Ройнга плюс 26, он уже почти самый умный. Но еще ему далеко до этого. Так, сюда. Так, ну вроде все нормально, да? Ну, ты еще сюда сходи, и все.
Ну вообще, поезд я слышал только один раз, так что... Особо меня его звуком не удивить. Вообще-то удивить, он как бы неожиданный такой, громкий. Но... Он мне наоборот будет напоминать о том, что надо работать с поездом. Мне наоборот будет даже лучше так. Кстати, Нуруин хорошо качается на ней вообще. Хотелось бы эту аномалию к себе, которую ты сейчас включил. Так, стоп, он... Так, давай-ка ты подхилишься на этой штуке и сходишь еще раз. Так, все, иди. Так, следующее, что мы докачаем, это выдержку. Ты должен меня качать, чтобы потом дать мне мой сет мимикрии. Да-да-да, ты прав, ты прав. Последний человек умер. Грустная история. На Хокме он тебя поудивляет. Кстати, да. Ой-ой-ой. Звучит как-то слишком угрожающе. Ну, до Хокма еще 100 лет, вроде как. Не хотелось бы настолько далеко в будущее заглядывать. Так, ну я думаю, хватает. Можно уже открывать, покупать. Все, изи. Так, каждая... Да-да-да, это я вроде как читал. Игнорировать? О. О, заигнорили пианину. И все. Так, ты сюда. У тебя максималка, в принципе, ты куда? О, стоп, нет, давай лучше вот так. О, нет. О, да. Кстати, да. Ты лучше пойдешь вот сюда как раз. А сюда пойдет, например, Некрон. Хотя нет. Хотя нет. Вот ты пойдешь. Почти максималка по мудрости. Ты далеко не уходи, тебе еще работать. Так. Стучит кто-то. Давай, 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 давай. Нет! Господи, испугался. Без паузы страшно, наверное, жить. Кстати, ты не заболел? Ну-ка, ну-ка. Да, вроде все нормально с тобой. Так, сюда... 10. Еще немного покачайся. Плюс 22. Жалко, что это не работает. Так, первый рандом контракт на день. Кстати, я забыл написать контракты опять. Ёпарасете. У меня там только 30-ка стоит. Хотя на самом деле не только 30-ка. 22... 18. Смысл уже сейчас писать, потому что уже день прошел. Но я все равно напишу. Так, сюда надо... 1. Все. Так, вроде все хорошо, да, работаем.
51. Все, максималка. 580. Так, немного осталось совсем. Так, вообще, вроде как две работы и мы заканчиваем, так что можно не перегревы не подавлять, а сразу заканчивать день. Хотя ладно, у нас минус одно лобочко, к сожалению. Как же ты не вовремя сбежала, девочка. Ура, наконец-то. Невозможное событие завершено. Оно действительно невозможное было. Такс. Ля, 100% голосов за Паркубуса. Нормально, нормально. Так, следующее голосование. Ага. Ага. А это что, кстати? А, я вспомнил. Так, стоп. 75% за Рудольфа. Ну-ка, ну-ка, я хочу посмотреть. Запугал еще один, кто-то проголосовал. Нормально. Нынче 3. А, нынче 3, нифига, нормально. Так, вот это берем, значит, да? И значит, теперь я могу на изи. Так, соната номер 14, лунная соната 27.2. Это настоящее имя песни, которую она играет. Так. Говорят, что псевдоним Вольфганг был создан после прослушивания в первого акта произведения. Ой, песни, точнее. Так. Это объясняется как скульптура на озере под луной. С лунным светом. Это, кстати, прохождение на 100% диссолюции, да. И, возможно, после, не знаю, после первого прям перегруза... Ой, перегруза. Перезагрузки с первого дня будут добавляться новые аномалии, типа модовые. Потом проведу голосование, если захотите, можно будет вести модовые аномалии. У ЗНН тоже меняется внешка брони. Да, я видел, я видел. Я выбрал, кстати, звезду без бубов. Можно было с бубами выбрать, а я выбрал без. Так, не уверен, что это имя очень хорошо описывает эту песню. Так, сказка или история говорит, что луна... Битвичес. А, это же... Луна вдохновляла мужчину, на самом деле луна водила его в отчаяние. Оркестр какой выбрал? Так они там одинаковые. Очаровала. А, точно, очаровала, понял, понял. Заведьмила. Так, стоп. А у меня есть зарядка для телефона? А, вот она. Так. Вот сейчас мы сможем подавить с трех аномалий, потому что теперь у нас есть три аномалии.